Эй, всем привет! С вами Дану Рандан. Здорово, товарищи. Мы играем в Киберпанк. Так. Что это за хрень такая? Не хочу связываться с этими. Поздравляю с победой в Пасифике. Киберпсих с Пасифики меня пугает. Ханако точно не будут встречаться. Кровь и кости Роя. Почему у меня очки здоровья, а зубы? Сейчас попробую убрать. Общество раздирает внутренние конфликты. То есть можно... просто украденное вернуть. И этих не валить. Походу дела мне бои будут встречаться, ага, тоже. С бандитами.
Ухо, денег у меня уже. Нет, что лучше не появилось еще. Ага, дробовик получше появился. Бейсбольная бита и матировка. Это на Сайгу похоже, потому что пятизарядная. Ну-ка, если я выстрелю один. Второй. А-а-а. Ты чё, дурак? Нет. Мне такое не надо. Пусть как раньше будет. Лучше так. У нас два соседа пропали. Держаться!
55. Динес, наверное, лучше. 55. 1С, БД. Ну что такое? Где наш бой? Ослеп, что ли? Логотип техтроники не видишь? У меня бой назначен. Ты, Бак? Он самый, мать твою. Ха-ха-ха. Смотрю на тебя и вижу бешеные эти. Поставлю против тебя все, что есть. Ха. Я смотрю, ты в себе уверен. Сейчас узнаешь, почему. Это рука. Военная разработка. Титановые кости, углеродное волокно. Могу пальцем в танке дыру пробить. Ну что? Засышь и сдриснешь, поджав хвост, или будем драться? Типа Сильверхенд второй. Что говоришь, у тебя за винтовка? Град? Где взял? На память со службы осталось. А чё? Просто любопытно. Это вроде ограниченная серия. 300 штук, и все для КГБ. Ты смотри. Чё, хорошо в пушках сейчас? Только мы тут не пушки обсуждать пришли, а кости ломать. Ну что, принимаешь вызов или нет? Техтроника. Не, не хочу. Вот если бы ставку поднять. Я же сказал, поставил все, что есть. А ты винтовку добавь. Хотя, если боишься проиграть... Тебе, что ли? Вот уж страх-то. Ладно, винтовку тоже ставлю. Все, идем. Ну что, готова? Обосралась уже со страху? Давай уже начнем. Куда спешишь? Не терпится получить по ебалу. А?
Блин, он меня задел. Так и думал. Разделал тебя, как бог черепаху. Ты заходи за добавкой. Из тебя неплохая груша для битья. Не, вы чё, это хуже. Этот бой сложнее. Какой это тебе, Ростович? Ослеп, у меня бой назначен. Он... Что говорит? Нет. Ну что, готово? Давай уже начнем. Куда спешишь? Не терпится получить по ебалу? Сделал тебя, как бог черепаху. Ты заходи за добавкой. Из тебя неплохая груша для битья. Да что за ерунда? Нет, это не тот бой, что я хочу. Это не тот бой, что я хочу. Может, в Глине, не знаю. Я просто какой понимаю, тебе, что... Ростович? Ослеп, что ли? Логотип техтроники не видишь? Это из В-32 Град. Самая крутая снайпер. Нет уж. Есть и попроще противники пока. Мне пока уровень слаб. Мало навыков бойцовских. Это поболее. Побочек много интересных. Ты же сказал, что ушел искать работу. Я нашел ее. Ты Цезарь? Это... Я пришла на бой. Да, это я. Самый крутой Иходепутто в Глене. И самый худший отец в Найт-Сити. Микаэла, крошка, я знаю, что делаю. Доверься. Я с тобой не разговариваю. Спустил все деньги на хром, а теперь... Короче, я сдаюсь. Все.
Может, хоть ты ему мозги вправишь? Ему будет полезно. Михайло! Михайло, подожди! Чтоб тебя! Короче, мне срочно надо много денег. Поэтому только серьезные ставки. Я ставлю на кон свою тачку. Или ты ставишь столько же налом, или боя не будет. Ладно, давай конкретней. Что за тачка? Прокачанная классика 2056 года. И всего 20 тысяч пробега. Не бита, не крашена. Угу. Угнал, поди. Не-не-не, ты чё? Моя со всеми бумагами, слово даю. Слушай, если тебе условия не катят, иди мимо, окей? Не маяч тут. Время – деньги, а у меня сейчас нет ни того, ни другого. Чего ты ждешь? Хорошо, я найду деньги. По рукам? По рукам, давай. Чисто на кулаках ведь? Ты ж не вытащишь из жопы на струну или клинки какие-нибудь. Да. Ну, хромированные кулаки. Я чё спросил-то? Чувак до тебя мне кошками своими чуть кишки не выпустил. Ну что, погнали? Чё за кошки? Царапки, что ли, вот эти? Ага, погнали. Ладно, держись, я тебе спуску не дам. Ты чё, как так? Ну что, хватит с тебя? Как ты блок пробиваешь? Почему они все пробивают блок? Это ж не... Это ж магия в них Хогвартсе. Получается. Непонятно. Ты же сказал, что ушел искать работу. Ты Цезарь? Ладно. Чего ты ждешь? Хорошо. Я чё спросил-то? Чувак до тебя мне кошками своими чуть кишки не выпустил. Ну что, погнали? Ага, погнали. Ладно, держись, я тебе спуску не дам. Хватит с тебя! Ага. Пожалуй. Непонятно. Может, тактику боя поменять надо? Почему-то удары не блокируют, сынок, совсем. Ты цеп. Чего ты ждешь? Хорошо. Ага, погнали. Ладно, держись, я тебе спуску не дам. Ну что, хватит с тебя? Ну что, ваншотает, что ли? Нет. Загрузку давай. Чё, прикалываетесь? А через блок он пробивает. Почему каждый следующий вот у меня сложнее? Я просто я пытаюсь найти нормальный сейчас бой. Ты же сказал, что ушел искать работу.
Тот парень действительно легкий был с гранатой. Давай тогда на ранчо. Съезди. Уже не знаю, что делать. Не та дорога, типа. Но это и понятно. Твоя цель из животных. Читай письмо с подробностями. ДНС, МВД. МВД. ФФ. 5, 7. Ой. 5. Ты же, блин, почему? Это все из-за меня. Это что, у меня рука дернулась? Да не нужно мне твое это. Оплата привлекательная, но это и понятно. Давай. Цель из животных.
Почитай письмо с подробностями. Ты откуда выпросил? Она же нас так всех перережет! А 55 можно взять. 7А 1С БД 1С 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 55. Погоди, у меня до сих пор руки. Блин. У меня есть эти руки. Почему они в них пробивают? Не понимаю. Они что, не действуют, что ли? Должны же действовать в боксе. Это руки для бокса. Куда лезешь, тля? За вход платить положено. А ну прочь с дороги! Чё? Думаешь, я тебя пропущу, потому что ты такая борзая? Я не думаю. Я знаю. Шаг в сторону, быстро! А, окей. Иди, раз не имётся. Тебе что надо? Ну, кто на очереди? Есть желающие? У меня тут бой назначен. Да ну, а я тебя впервые вижу. Что, свежее мясо? Ну, можно и так. Ну, тогда будь осторожнее. Здесь чужаков не любят. Не так посмотришь и уползать будешь на перебитых ножках. Но, если победишь меня, сведу с полезными ребятами. Они и снарягой поделятся, и тренер на тебя посмотрит, и все такое. О, спасибо, это круто. Сказала бы, пожалуйста, но сначала тебе надо меня победить. Имей в виду, я не проиграла ни одного боя. А что, этот бой будет не на деньги? Не, от денег в спорте одни проблемы. Ни к чему их вмешивать. Я сюда хожу только драться. Не проиграла ни одного боя. Ну, все когда-то бывает в первый раз. Ха! Не хочу расстраивать, но даже не надейся. Пошли. У тебя есть импланты?
Сенсорные фильтры, роторы, усилители. Вот сейчас и узнаешь. Ха! Твоя правда! Ну что, начнем? Начнем. Удачи! Она тебе понадобится. Я победила! Я победила! Я заметила. Она напомнила того мужика с гранатой, Азоба. Вроде. Может, все получится. Да ну, а я тебя впервые вижу. Ну, можно и что, так. Свежая... Ну, тогда будь осторожнее. Здесь чужаков не любят. Не так посмотришь и уползать будешь на перебитых ножках. Но, если победишь меня, сведу с полезными ребятами. Они и снарягой поделятся, и тренер на тебя посмотрит, и все такое. О! Спасибо, это круто. Сказала бы, пожалуйста, но сначала тебе надо меня победить. Имей в виду, я не проиграла ни одного боя. Не проиграла ни одного боя. Ну, все когда-то бывает в первый раз. Ха! Не хочу расстраивать, но даже не надейся. Пошли. Может, поесть, попить? Джамбалая. Ну, ты ее ешь? Никола 5, будет 4. А, стало 4. У тебя есть импланты? Сенсорные фильтры, роторы, усилители. Это не кровотечение, это вот это. Вот сейчас и узнаешь. Ха! Твоя правда! Ну что, начнем? Начнем. Удачи! Она тебе понадобится. Ты можешь пробить мою защиту? Нет, пока не пробила. Азоб он подзывал обычно. Что теперь? Ах ты ж, блин. Да уязвим был. Я победила! Я победила! Стоит ли мне вообще вот эту целебную брать? Что я типа буду лечиться? Билку. Да ну, а я тебя впервые вижу. Ну так... Не проиграй. А
А, у меня было две джамбалаи. Опять Никол. У тебя есть импланты? Вот сейчас и узнаешь. Начнем. Удачи! Она тебе понадобится. Я победила! Я победила! Да чтоб тебя. Да ну, а я тебя впервые вижу. Бомбит. Не проиграла ни одного боя. Ну, все когда-то бывает в первый раз. Ха! Не хочу расстраивать, но... Ого, но... Ага, стопудово. Без проблем. Так, я слушаю. Не хочу расстраивать, но даже не надейся. Пошли. Новая говядина и Никола. У тебя есть импланты, сенсор? Вот сейчас и узнаешь. Начнем. Удачи! Она тебе понадобится. Нет, не бей. У нас живот. А? Погоди-ка. Берется, когда сливает. Восемьдесят два уже. 61. Я победила! Я победила! Да не сохранить, идиот! Загрузка. Я не знаю, чего, чем сказать. Наверное, надо погамать пока вот так, просто пораскачиваться. И перки брать вот эти, да, ну, боксерские. А я тебя впервые вижу. Ну, можно что, и так. Свежее мясо? Ну, тогда будь осторожнее. Здесь чуть...
кабуки еще есть. Надо всех заценить. Мне кажется, в кабуке самые слабые. Что-то мне подсказывает. Но это тоже не сильное. Что я могу сказать? Надо заодно по пути качаться. Больше критов научиться выбивать. Больше здоровья. Успел. С автомобиля удобно.
Мальстрюмовская приколюха. Одинесс. 55, наверное, начну. 1С, 1С. FF нужен. Ой, блин. 1С, 1С. Да чтоб тебя. Вообще FF-ки не встречались нигде. Из-за этого все плохо получилось. Вот уже как раз можно уличный бой прокачать. Урон в ближнем бою увеличивается на 10. Чего бы не качали? Не боя, здоровье. И мне во время боя надо. Здоровье медленно восстанавливается в бою. Да, и это. То есть вот эта атлетика тоже к личному бою подойдет. Это более имбовые, поэтому я беру из этого. Атлетика более имбовая, чем уличный бой. А что? У нас будет стакаться. Я вижу. Кстати, это классная банда.
Не знаю, уберут ли эту возможность сквозь стены стрелять. Если это уберут, то действительно будет лютый хардкор. Тогда я не знаю, что я буду делать. Чуть-чуть осталось, 34 уровень. Может мне этим учежбу калибурным, он быстрее, чем мотоцикл Джеки. Что ты? Ладно, все, я слажу. Пока от машины. Ничего нету. Не останется. Тут близнецы вроде были.
А, это на Battle Toads похоже почему-то. Бесполезно. Я знаю, куда буду бить. Еще до... Давай Джамбалаю и Николу. Самого удара. Класс. Я пришла драться. Который из вас мой соперник? Я. Ага, двое. Один за другим, значит. Так не договаривались, ну что уж. Кто первый? Не-не, ты не врубаешься. Оба этих тела — это один человек. В смысле? У меня в глазах двоится? Я раньше близнецами был, как нетрудно догадаться. Самые близкие люди. Но вот захотели стать еще роднее. И установили синхронизаторы нейронных колебаний. И вот, как видишь, теперь я один человек на два тела. Мои дела делают все вместе. Вообще все. А вы все всегда вместе делаете? И в койке тоже? Девчонка у меня одна на оба тела, если тебе это интересно. Обоим хватает. Это как? Один сверху, значит, обрабатывает, а второй снизу? Дура ты. С понедельника по среду она с одним телом, а с четверга по воскресенье с другим. Две тысячи. Окей, ну тогда поднимайте ставки. Согласен, так будет справедливо. Ну что, можем начинать? Фух, ну давайте начинать. Они недорогие. Да, они действительно самые слабые. Читеры, потому что. Читеры всегда слабые. Фух. Слабее этого Сыча. А ты? Попросишь пощады, как твой братец? Или хочешь еще? Он не мой брат! Он это я! Что ж до тебя не дойдет никак? На, твои призовые. А что, нехило? Ничего. В другой раз получится. Хорош сам с собой болтать. Ребят, не могу не спросить. Вы друг у друга мысли читаете? Нет, нет. Я один я человек. Один человек. И сознание одно. Иначе меня бы уже от шизы лечили. Невероятно. То есть раньше вас в цирке показывали, а теперь вы до бокса доросли? Да иди ты! Кстати, рипер ваш не бухой был? А то рук вроде четыре, но все как будто левые. Заткнись! Реакцию надо повысить. Урон в ближнем бою 10%. Но это должно повлиять. Здоровье становится на столе, когда двигаем. Надо было это, наверное.
знает. Все, что на восстановление здоровья, на уровне ближнем бою, тут очень полезно будет. Да и сами навыки от этого. Ладно, всем спасибо за просмотр, всем пока.